Так. Итак, всем привет, ребят, с вами я, Олег. И сегодня я решил просто поиграть в Бравл. Просто ничего не делать. О, три гейма. Если что... Пока не знаю, что сказать. Сейчас я уже выздоровел, уже почти что все хорошо. И что, ребята, я купил... Могу сейчас купить этого Барли. Блин, круто, ребят. Я наконец накопил эти 30 гемов и купил себе скин Барли. Вот. Если что, я скачал приложение, и я уже забыл, как оно называется, но я оставлю, но я вам скажу потом, когда вспомню. Если что, я купил себе вот новый скин, и я вот решил за него поиграть. Вообще, я сегодня скачал это приложение и решил, как бы, назвать видео, как бы сказать, играя за 8 бита, но я решил сегодня купить скин этот и поиграю. Сейчас он меня убьет. Ставьте лайк, если у вас есть такой же скин. Ну, я решил вообще сделать как бы обзор на приложение Screen Recorder, или как там правильно. Ну, у меня накопилось 35 гемов, и я себе купил новый скин. Ну, вообще, сегодня еще поиграть за 8 бита. И, ну, вот такое вот видео. Вы извините, что я не ничего сказать. Просто сегодня у меня такое же настроение. Давайте я скин сделаю. Так, а что не делаете? Вот, я уже сделал скрин. Ну, давайте, что ли, поиграть за нашего 8 бита. Здесь у этого приложения будет качество. Так. Capture Recorder называется. Так. Надеюсь, он будет хорошее качество. Если там уже настройках качество высокое. 16 мегапикселей и так далее. О. Давайте с ним-то затимимся. Ой. Так. Блин, тупое управление, что оно так лагает? Я не знаю, почему, когда я снимаюсь, все лагает. Отлично. Так, кто-то выбросил своего Михаила Петровича. Я так его люблю называть. Это наш любимый шикар. Ну, блин, крутая катка у меня получилась. Не знаю, может быть, сегодня я могу открыть этот большой ящик. Но я пока не знаю. Ну, давайте еще раз. Надеюсь, в этом приложении меня сейчас будет хорошо слышно. Сейчас я там ничего не поскляю, ничего не заикаюсь.
Хотя еще насморк у меня есть. Там наш мистер Барлей. Ой-ой-ой. Блин. Вот ты ж, блин. Ребята, извините, что я так говорю, но мне нравится, как бы, ну, говорить про Динамарка старый пердун. Ну, реально смешно. Ну, тут старый пердун не подходит. Блин. Окей. Кстати, этот 8 бит, это мой самый любимый персонаж, прям самый-самый любимый. Ну, наверное, потому что он типа круто смотрится, во-вторых, он у него очень хороший урон, очень сильный. Я почти практически во всех катках побеждаю. Ну, разумеется, если читеры, если не будет читеров. А то бывают такие ребятки. А, сейчас перезарядка. Так, 4 команды. Ребята, вот я вас попросил написать комментарии, есть ли у вас просто легендарка, хочу просто посмотреть. Ну, почитать просто мне очень интересно. Вот. Пожалуйста, напишите комментарий. Сегодня, если что, у меня плюс один подписчик был. Спасибо тебе большое, Спасибо тебе большое, Рыжик Новости. Я очень тебе благодарен. Я тебе тоже подписан. Блин, чего я так заикаюсь-то? Так, бан Дима, давай, беги. Убей мистера этого. Так, там Михаил Петрович чужой. Давай, Нита, мочи. Ладно, буду назвать тебя Дима. Давай, Дима. Димка, пошли. Отлично, нам помог Михаил Петрович и Дима. Дима, если что, ты красава. Спасибо, что помог мне. Кстати, можем даже посмотреть данные боя. Так, бан Дима, профиль. Ну окей, может быть даже могу с ним предложить дружить. Я не такой, я добрый человек, если что. Минус один. А почему я не могу... ого, немного, как много всего. Интересно, почему я не могу с ним подружиться, ребята? Это неправильно. Я понимаю, что все эти ребята противники. Почему я не могу с ними просто подружиться и поиграть? Давайте еще катку. Если что, это просто... Я просто еще не решил поиграть в Бравл, записать как бы тест приложения Capture Recorder и как я купил скин этого золотого Барли. Ух ты, что за... Поко интересный гаджет, я не знаю, как называется. Но у него гаджет прикольный. Может, он просто усиляет, что ли? Ну, вообще, за 8 бит очень сильно тащу. Я прям за час поднял на 10 ранг. Ну, и сегодня поднял на 12, если что. Блин, Эмс. Блин, Эмс. Минус 3, почему? Ну ладно, ребят, это... Спасибо вам за все просмотры, что на меня подписываетесь. Ладно. Если что, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, на моих подписчиков. Ну и всем пока. Кстати, можно вот так. Вот так.